Да. Ну Вот. ты жестокий, жесткий. Да. А еще я кайфанул, когда я парню продавал, еще когда в БМе, там на курс на какой-то, и он продал свой телефон, чтобы купить курс. Вот, и звонит, потом говорит, я купил. Я говорю, чувак, красавчик, поздравляю. Я говорю, а ты с чего звонишь-то вообще? Говорит, да я у девушки телефон взял. Сейчас пойду заработаю и куплю себе.